Сегодня утром на Змеиногорском тракте в сторону центра Барнаула автомобилисты вновь передвигались со скоростью не выше 10-15 км в час. Причина – ремонтные работы, которые проводит здесь Барнаульский водоканал. Сейчас меняют трубы коллектора. Переложат более 90 метров. Ранее были модернизированы другие участки этого коллектора. В 2017 году было переложено более 1,5 километра. Вот. На время производства работ ограничено движение на участке от 3 до 15 дома по Змеиногорскому тракту. Движение ограничено по одной крайне правой полосе по направлению движения в город. Из-за замены труб пришлось перекрыть более 100 метров дороги. Кстати, испытывать неудобства водителям придется еще 2 недели. Работы продолжатся до 30 апреля.